Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. С вами товарищ Санёк, и мы начинаем играть в Empire Total War. Естественно, мы будем играть за Россию. Но и надо сделать музычку немножко потише. Сейчас эта игра прогрузится. Ваша главная задача — обеспечить стране свободную торговлю на Балтийском и Черном морях посредством завоевания Ингерманландии и Крымского ханства. Таким образом, вам будут открыты торговые пути ко всем великим западным державам. Но вряд ли это понравится шведам, политика которых становится все более экспансионистской, и вашему давнему врагу – Османской империи. Европа постепенно вступает в эпоху просвещения, и вам стоит подумать о модернизации социально-экономической структуры России. Развивайте торговые связи и дружественные отношения с Британией, Францией, Австрией и Пруссией. Старайтесь держаться с ними наравне в военном деле. Будьте в курсе их новейших военных теорий. Говоря о расширении границ, обратите внимание на польско-литовские земли на западе. Их без труда можно сделать частью Великой Русской империи, так же, как и Скандинавию, в случае, если Швеция развяжет войну и потерпит поражение. Бедная, бедная, бедная Польша. Ладно, настройка звук сделаем где-нибудь... На 50%? Алло? Надо галочку, наверное, нажать. Так. Алло. А почему у меня игра не перемещается с мышкой? Ладно. В Total War я играл очень давно. Так, еще надо понять вообще, что происходит и что надо делать. Так, Empire Total War. Какой у нас год? Там 1700 какой-то, вроде как бы. Так, давайте будем раздупляться. Чечня, Дагестан. Так, нам нужно, значит, захватить Крым. Польша-Литовская. Это нам предлагают на союзников нападать, ага. Но Беларусь надо в любом случае возвращать. Так, Украина наша. Крым будем возвращать. Ну что же. Так, я, естественно, обучение не проходил. Ваших областей осуществляется из ее столицы. Эта игра отличается от предыдущих проектов серии тем, что новые постройки можно возводить не только в столице, но и во всех поселениях и портах области. Однако выбор доступных построек в столице и других поселениях отличается. Не может быть. Так, эта давай. Эта вкладка содержит информацию обо всех отрядах, в которые... Это я в курсе. Так. Ну давайте тогда сразу пойдем, отобьем Крым для начала. Для этого нам нужно... Какие у них войска? Хотя какая разница? Так. Понятия не имею, кто здесь лучше, кто здесь хуже. Такой вот найм пока будет. Дальше поехали. Шведы мир. Чтобы переместить армию, щелкните правой кнопкой мыши на любом участке выделенной территории. Чтобы атаковать, щелкните правой кнопкой мыши на вражеской армии. Все, 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 все. Выбрали цель вне выделенной зеленой территории. Я в курсе. Это означает, что ваш персонаж не сможет достичь цели в течение этого хода. Чтобы обеспечить защиту города в случае атаки, расположите войска в его пределах. Кроме того, присутствие армии в городе снижает вероятность восстаний. Восстание, я вас умоляю. Так, для начала нам нужно сделать найм всего, чего только можно. Нигде только можно. Каков наймем? В Астрахани, значит. Казаков. В общем, что, собираем армию? В городе, лишенном в отсутствие генерала, армией может командовать бригадир, избранный непосредственно из ее рядов. Просто выберите подразделение и щелкните на кнопке назначения в правом углу панели обзора. Будет создано дополнительное подразделение личной охраны генерала. Расходы будут вычтены из вашей казны. Так, окей. Значит, я все свои бабки потратил уже. Ну, ладненько. Где пропуск хода? Из хода.
Я, естественно, буду долго раздупляться, потому что я давно не играл в Total War. Эта панель отвечает за ведение международных переговоров. Ваши дипломатические возможности перечислены слева. Щелкните на нужном пункте. Чтобы отменить, нажмите клавишу X. Помните, что сложное предложение, содержащее слишком много пунктов, скорее всего, будет отвергнуто. Их требование разовый платеж 160. Ну, допустим. Давайте-ка я тебе... А, у нас антипатия. Окей. Ладно. Так. Пираты. В этой области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Отчет о найме, объявление войны, так. Эти державы начали войну. Польша, Литва, Австрия. Польско-литовское княжество, видимо, и Австрия. Ну, бог с ними, пусть воюют. Соединенные провинции Испания, Пруссия, Австрия. Да пофигу. Юлианский календарь, окей. Так, где все мои войска? Диверсант. Диверсант идет, значит, туда. Ты идешь на разведку. Так, бабок у нас 5000, это хорошо. Так, Ленинград. Ленинград ведь? Вроде как бы да. Я не уверен. Эта закладка содержит информацию обо всех зданиях города или форта. Перемещая курсор, посмотрите, что можно построить еще. Чтобы получить описание здания, щелкните правой кнопкой мыши. Да, тут действительно переменяли все. Чтобы добавить здание в очередь на постройку, щелкните на нем левой кнопкой мыши. Второй щелчок удалит его из очереди. Цена постройки указана внизу. Время, требуемое на постройку, в левом верхнем углу. Инфраструктура. Увеличит торговый потенциал области. Кроме того, хорошие дороги позволят войскам продвигаться дальше за один ход. Ну и отлично. Обратите внимание, что набирать агентов, как вы набираете войска, на этой панели представлена информация об агенте, работающем на вашу страну. Да и бог с ним. Имя, местонахождение, личные особенности и способности военным действиям. Да все, хватит болтать. Тут войска, правда, не видно нифига. Ну да ладно. В течение этого хода данная часть не может продвинуться дальше. Достаточно. Ладно, что, завершаем? Интересно, а тут по сценарию на нас будет нападать, там, если 100 лет пройдет, дяденька Наполеон? Если тут вообще есть такие временные рамки. Так. Нет. Всего доброго. Зачем мне право прохода менять на целую область? Я прошу прощения. Если что, я со шведами там поговорю без проблем. В этой области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Это позволит увеличить доход области и... Постройка фермы влечет за собой рост населения области. Там, где растет население, появляются города, становится возможным развитие инфраструктуры. Давай болтать. Доступен вспомогательный персонаж. Самое строительство тут, конечно. Отчет о найме, окей. Билд. Так, ну нам в любом случае надо захватывать Крым и выходить уже на Османскую империю, хотя она тут, конечно, очень сильная, однозначно. Генерал может набирать людей в воинские подразделения.
Рост численности населения приводит к тому, что деревни вырастают в города, в которых можно заниматься строительством и этим повышать доход страны, а также довольство подразделения, которое... Хватит болтать, женщина. Много бойцов или оборудования смогут сражаться с прежней силой, если прислать им пополнение. Для этого выберите воинскую часть и щелкните на кнопке пополнения в левой части панели. Так, тут все развивается. Армейский лагерь. Образовательные учреждения развивают науку и новые технологии. Индустриальные постройки способствуют успешной торговле. А, так, стоп, вот Санкт-Петербург. Казармы увеличивают армию, таверны... Повысить довольство населения. Простите, что? Швеция захватила Петербург, что? Ладно, мы это исправим. Как это произошло? Непонятно. Так... Деньги есть, Москва, Черкасская инфраструктура, строим дороги, везде строим дороги, короче, пока что. Здесь еще постом, в Москве точнее, построим, строевая подготовка, угу, я понял. Ладно, конец. Ну, со Швецией мы там еще повоюем. Надо Петербург вернуть. Но для начала нужен Крым. А потом выход к Балтийскому морю и так далее, естественно. Победа в бою зависит не только от численности армии, но и от таланта полководца и правильного соотношения родов войск. До начала действий... Получите сведения о соотношении сил, погодных условиях и подкреплений. Не, у меня слишком маленькая армия, подожди. В этой области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Да хватит! Разработка приисков и копий позволяет обеспечить страну золотом, серебром, железом и драгоценными камнями. Эти ресурсы необходимы для производства и торговли. К вашим услугам! Так, тебя объединили. Тебя тоже сюда. Ну, идем в атаку, что? Так, давайте-ка будем нанимать дальше войска. Возьмем две пушки. Фальконьеты. Ну и городских стрельков. Здесь, соответственно, просто конный полк будет штамповаться. Будем готовиться к войне со шведами. Казаков, будьте любезны. Архангельск. Дороги мы уже не можем построить. Окей, завершаем ход. Меня прям реально напрягают шведы. Надо будет что-то с ними сделать. Оп-оп-оп-оп-оп. Смотри-ка, испугались. В этой области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Хватит. Отлично, дороги построены. Нанято все, отлично. Этой панели можно объединять армии вручную. Чтобы вывести персонажа или подразделение из одной армии и присоединить к другой, щелкните на нем, а затем на центральной кнопке. Вы можете выбрать несколько подразделений. Ну и все. Так, только здесь полководец не нужен. Ты кто? Личная охрана генерала. Ты тут не нужен. Иди в Москву обратно. Ну, а ты обратно в Киев иди. Идем на Крым. Чтобы завладеть укрепленным городом с гарнизоном. Хватит.
Так, мы готовимся тем временем к войне со шведами. Мощенные дороги, будьте любезны. Угу. А, стоп, не то делаю. Так, что происходит? Дипломатия. Война объявлена. Государство объявляет вам войну Дагестан. Их союзники Грузии, ваши союзники Польша, Литва, Дания. Окей. Угу, нам Дагестан объявил войну. Ну и бог с ним. А, вот, стоп, у меня там Астрахань, ахаха. Вы можете увеличить доходы государства, отправляя к другим континентам торговые суда Ост-Индской компании. Индийцы. Ну, я вас умоляю. При строительстве военных объектов не сосредотачивайте их все в одной области. Лучше рассредоточить их, чтобы войска могли отразить нападение с любой стороны. Все понятно. Так, тогда воюем еще с Дагестаном параллельно. Окей. Казаков бы нанять. Так, для меня это все слишком много и сложно. Ну ладно. А ты кто? Миссионер. Ну окей. Да, понятно, понятно. Так. Требование капитуляции. Противник не сдался. Ну, давайте. Только я сохранюсь, потому что я не умею сражаться. Как же долго грузится-то? Игрушка-то не новая вроде. В процессе дислокации войск вы можете тайно поставить свои подразделения в выгодные для вас позиции раньше, чем начнутся боевые действия. Вражеский генерал будет размещать свои войска напротив вас. Когда будете готовы к сражению, щелкните на пиктограмму скрещенных мечей в центре экрана. Я сильно извиняюсь, а куда нападать-то? Куда идти? В какую сторону? Что за белый ореал? Вообще нифига непонятно, честно говоря. Так, давайте просто посмотрим, в какую сторону они стоят. Ага! То есть нам надо нападать в ту сторону, окей. Ну да, кстати, расстановка такая себе. Так. Кто вообще? Конница, значит.
Давайте, в принципе, всю конницу возьмем, значит. В смысле? Вы не конница, что ли? Конница. В чем ваша проблема? Так, пушки. Вперед. Еще пушки. Пехоту поставим. Пока что сюда. Так, стоп. Очень много войск, у меня глаза разбегаются. Еще пушки. А вы кто? Не видно нифига, кого я выбрал. А, ну собственно пехота. Когда вот я их выбираю, они очень-очень стрёмно выделяются, и не совсем понятно, выбрал я юнитов или нет. Поэтому приходится их рассматривать вблизи и понимать, что у них вообще в руках. Ну что же, давайте-ка попробуем, конечно. Я такой себе боец. Нажав кнопку «Пробел» после отдачи приказа, вы отметите позицию, которую собираются занять ваши войска. Всегда следите за расположением и передвижением своих войск. Так, а у него кто вообще? Пойти что ли вот этих раздолбать, кто тут тусуется? А, что-то залипли. Но бог с ними. Параметр боевой дух определяет дисциплину и смелость подразделения во время битвы. Это сочетание веры в себя и воинской доблести. На высоте его поддерживают... Так, заходим с фланга. Боевой опыт и вдохновляющее присутствие на поле генерала. О, господи, как же им плохо. Ну, мы, кстати, вроде как бы неплохо справляемся, по крайней мере, для первого раза. У них паника какая-то.
Королевская кавалерия атакует ваш фланг. Повернитесь им навстречу. Где? Где вражеская кавалерия? Нет тут никакой вражеской кавалерии. Тут эти убегают уже, текают отсюда. Они все что-то дружно разбежались так. Тут у меня конница разбежалась, вообще фиг пойми куда. Ну, пока что у нас все хорошо, вроде как бы. Судя по всему, они сдаются. Победа. Отлично. Вы можете завершить сражение и продолжить, чтобы преследовать врага. Да, блин, я не хочу преследовать. Вражеский генерал убит. Блин. А, вот уже край карты. Ну ладно, кстати, неплохо для первого сражения, я бы так сказал. Вообще неплохо. Что-то далеко ребятки убегают. Еще меня раздражает то, что тут очень медленное перемещение камеры. Очень медленное. Кавалерийская атака при верном руководстве может быть воистину смертоносной. Так и все, им конец. Отряду останется всего несколько ярдов до цели. Дважды щелкните мышью на вражеском объекте. Не начинайте бросок издалека, чтобы кавалерия зря не растратила силы. Не, кавалерия, короче, решает вопросы прям однозначно. Два бедных хлопца. Ладно, как завершить бой? Я как бы победил, вроде как бы. Теперь мне надо дождаться, я так понимаю, пока они тут вообще с карты все убегут, что ли? Блять, что такое?
Ладно, так уж будет избиение младенцев такое вот. Последний чувачок, я так понимаю. Бежит, старается. И тут наши ребятки. Оп, оп, оп. Все, всего доброго. А где враг еще остался? Где-то вот здесь. Где враг? Где враг? Ну, мини-карта говорит, что где-то... Где-то здесь. Но я что-то здесь никого не вижу. Ну и все. Героическая победа. Отлично. Отлично. Захватили Крым в первый же день. Неплохо. Для первого раза в Empire Total War. Хе-хе. Здесь отображаются итоги сражения, а также сведения обо всех выживших подразделениях вашей армии или флота. О, я как мало потерял. Экран, подробную статистику для каждого отряда, воспользуйтесь кнопкой справа. Я вас умоляю. Казачья пехота просто-просто идеальные ребята. Ну, просто... Муа. Столицу области, оставьте в ней достаточно сильный гарнизон для подавления волнений, пока будут восстанавливаться постройки и численность населения. Отмена налогов позволит быстро восстановить... Окей, друзья, ну что же, наверное, на сегодня мы закончим и, собственно, продолжим мы с вами в следующей серии. А на сегодня это все. С вами был товарищ Санюк, и с вами мы увидимся, как я уже сказал, в следующей серии.